Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ретро Консолер. Поздравляю всех с наступившим новым 2020 годом. Сегодня в этом видео у меня скопилось много плат от Денди. Они неизвестны, поэтому будем проверять, от чего какая платка. В плане игр, то есть какая игра на платках. В этом вся суть ролика будет заключаться. Первая плата, которую мы будем проверять, это вот такая вот неизвестная плата, похожая от TV Game, потому что с отверстием сейчас будем вставлять. Так, вот запустили. Это многоигровка. 37 игр в одном. Такие вот тут игры. Не помню, знакомая игра, но как называется, и кейши, и как... гонки. Ой, разбились. Ну, суть понятна. Футбол какой-то. О, это хитовый футбол. Раньше играли все в него. Трапсайд. Что тут такие гонки? Смотрим дальше. Это что такое? А, это шмап называется. Стрелялка, леталка. Сейчас еще что-нибудь запустим. То же самое, леталка. А, нет, 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 нет. Типа Space Invaders. Ну,
Короче, с этим все понятно, картриджем. Картридж номер два, вот такой. Четырехигровка. Робокоп, Черный плащ, Том и Джерри и Чип и Дейл. Давайте запустим Робокопа, посмотрим. Я вот вообще первую часть не помню, по-моему, даже и не играл, я играл только в третью. Ну, здесь все понятно, работает все нормально. Давайте посмотрим Черный плащ, как работает. Много диалогов слишком. Ну, вроде работает. Получили. Проиграли. Так, давайте следующую игру посмотрим. Том и Джерри. Идет 4-й год. Куда-то дальше, короче. Ладно, давайте посмотрим следующую игру. Долго не затянуть видео. Ну, Чип и Дейл, его знают все. Good luck. Первый раз вижу такое название. Ну, вот Чип и Дейл стандартный. Первая часть. Thank you.
А джик возьмем. Вот джик взяли. Так, здесь все. Включаем. Ставим следующий картридж. Ну, следующий вообще какой-то новодел, наверное. С одной каплей. Вот такой. Простенький. Ну, давайте посмотрим, что на нем. Вот тут такая вообще непонятная игра. Что-то интересное. Как-то я в нее играл, но название, к сожалению, не помню. То ли X-Men, то ли что-то типа того. Кто знает, подскажите, что за игра. Но она капец была интересная. Так, ладно, умерли. Так, здесь одна игра получается. Все, она не переключается ни резетом, никак. То есть тут тупо одна игра. Так, давайте дальше посмотрим. Вот такая вот платка с двумя каплями. Ставили. Так, тут опять что-то непонятно. Вообще неизведанное что-то для меня. Какие-то пингвины. Так, ладно, посмотрим, что дальше. Одна игра, вот это вот. Кто знает, подскажите, что за игра. Так, дальше вообще наводил на 2000-е года, вот с КВ, с буквами, видите, шильдик. Ну что ж, давайте посмотрим. О, Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. О, а что с ним? Что-то с этим какие-то проблемы. Какая-то ерунда с ним. Давайте попробуем переткнуть. С этим какие-то проблемы, видите? Какое-то меню вылезает поверх игры.
Кто знает, тоже подскажите. Может, это глюк какой-то решаемый. Это, можно сказать, не работает. Так, следующая игра. Тоже свежая платка, вот такая капля. С тоненькими контактами, это вообще свежий, скорее всего, какой-то. Включаем. Так, ну это стандартные здесь игры. Вот это мы уже смотрели игру. Так, это мы уже смотрели. Танки вот стандартные. О, видите, как полосы видно. На танках именно хорошо прям просматривается. Тут понятно, танки да танки. Бальтрон что такое? Вот такую игру тоже первый раз вижу. Видишь, какая стрелялка. Понятно. Шмап очередной. Ну все, тут больше ничего интересного нет. Это обычный трешовый картридж. Наподобие 999 в одном. Так, дальше. Дальше 112 в одном. Давайте посмотрим. Сзади вот. Ничего нет. Картридж очень сложно ставить. Так, ставим наконец-то. Ну, тут тоже стандартные игры. Давайте Adventure Island посмотрим. И Jungle Adventure, что такое, давайте. Ну, то же самое, Adventure Island. Стандартный. Ну, уже на скейте сразу. Начинаем. Вот 112 в одном запустили. Сейчас посмотрим, что за игры здесь. Так. Тут Adventure Island и повторы. То есть это многогровка очередная. Вот гонка тут. Пишите, у кого в детстве такая была. Интересно, конечно. Вот полосы идут, видно прям по экрану. Стандартно, короче, гонка. Galaxy. Mario. Тоже стандартный. Thank you.
стандартно. Тут даже объяснять вам нечего. Двойной раунд. Шесть жизней. Тоже все стандартно. Что такое? То же самое. Футбол прикольный. В детстве часто я в него играл. Это еще свинцовый мяч такой. Сейчас гол забьем, попробуем. Офсайд. Короче, понятно. Остальное все повторы. Sky Mario и прочее. Даже смысла нет смотреть. Давайте дальше. Дальше 9999 в одном. Вот такая вот. Три капли. Пробуем проверять. О, здесь менюха, кстати, прикольная. Со звуками из Duck Hunt. На ней хорошо картриджи приставки проверять на этом картридже. Тут Duck Hunt. Ну тут стандартно все, у меня снег пистолета. Марио Биус. Ну, тот же Duck Hunt, только по тарелкам. Марио Биус. Марио Биус. Ё-моё. О! Аркадный Марио. Все понятно, короче, как тут играть. Так, кто мы опять сюда зашли? Все то же самое, короче. Это полная хрень. По факту 27 игр. Почему 999-то в одном? Странно, короче. Давайте другой картридж.
картридж давайте. Вот такой. Сзади так всегда ничего нет, только одна капля. Что такое? Сейчас мы перезагрузим. О, тоже прикольная какая-то многоигровка. С таким вот под меню. Что-то поменено. Как Марио обычно. Значки какие-то посовременнее поставили. Довольно-таки прикольно играть так. То ли с третьей части взяли значки, то ли... Ну, иконки персонажа, то ли не знаю откуда. Ну-ка, давайте посмотрим. Короче, все понятно. Давайте дальше посмотрим. Футбол понятно, стандартный такой же. Что такое Олимпия 2008? О, это вообще капец. Самая хитовая игра, наверное. Пробежал. Так, давайте дальше смотреть. О, какая Джеверли. Похоже на доктора Марио. Само то играть на черно-белом экране на ней, чтобы можно было тут чокнуться. Это понятно, это бейсбол, не знаю, не буду проверять. Battle City понятно, вот 100 метров, это скорее всего, ну, короче, это все олимпийская вот эта хрень. Все, вот здесь в основном олимпийские будут игры. Ну, прикольный картридж по меню. Давайте дальше проверять. Дальше вот такой, с надписью 549. Вот сзади. Чуть не работает. Тишина. О, Супер Спай Хантер. Классная игруха. Такие гоночки со стрельбой. Довольно-таки интересные, прям. Yeah.
дальше посмотрим. Чё, тут одна-одна, что ли? Одна игра. Вот Спайхантер только на этом картридже. Так, следующую платку. Вот такая. Тоненькая, свежая. Спайдермен здесь. Даже не умею, честно, не знаю. Чё, как? А, вот. Тут только Спайдермен на этой платке. На игра. Следующий смотрим. КВ, свежак. Вот зад. О, черепахи. Черепахи получается. Так, сейчас, секунду. А у меня корпус тут есть от черепах. Вот такой. Как вы думаете, он подойдет? Нет. Для данной платки. Дайте свой совет в комментариях. Классно, черепахи. Играл раньше тоже в таких. Здесь классно, особенно вдвоем играть. Давайте посмотрим, может, еще какая игра есть. О! А тут еще игры есть. Рестливар какой-то. Скорее всего, рестлинг. Значит, этот корпус не пойдет. Убираем его в сторону. Что тут делать надо? Ох, классно вестник. На сеге бодрее был. Короче, понятно. Ха, интересно. Самый прикол, менюшка включалась же как-то, а сейчас не включается. Сразу черепахи запускаются. Вот это интересно. Вот же была менюха. А сейчас черепахи прям сразу стартуют. Мы же помню, видели, что была меню. Синяя вот эта. Какой-то глюк. Ну, черепахи работают, ладно. Определим их в рабочие. Дальше вот такая платка, три капли.
старая. Опять черепахи. Меня не преследуют. Это опять те же самые черепахи. И уже одни на карике. Все, тут точно ничего нет. Это, скорее всего, тивигеймовские как раз черепахи. Ладно, будем знать. Сейчас его к корпусу положу. Так, опять КВ платка такая однокапельная. Смотрим. Сорок три в одном, казино какое-то. О, покер. Давайте посмотрим, что за покер. Менюха. Сейчас жму и только покер вылазит. А, все, все ясно. Надо было полностью сбросить. Танки, тетрис. Давайте тетрис посмотрим. Что за тетрис? Стандартный базовый тетрис. Понятно. Какой-то зиппер-рейс, что это такое? О, это уже мы где-то видели. Это как где-то мы уже видели. Опять покер, короче, тоже хрень. Смотрим дальше. Вот такой карик. Тоже новодел. Блин, менюшки прикольные у всех. Тут есть бильярд, кстати, классный. Мне он прям нравится. Вот именно этот люблю, прям бильярд. Бомбермен здесь есть.
стандартный бумбермен с неизмененной фигуркой даже. Ясно. Давайте дальше. О, шарики. Тоже стандартная игруха. Ниндзю я хотел еще посмотреть. Это что-то за хрень какая-то. Гришная какая-то. Что такое вообще? Глюк. О, бейсбол я вообще не разбираюсь. Даже ничего не скажу. Ладно, давайте дальше проверять. Платки заканчиваются уже. Опять КВ. Так, тишина что-то. Что-то не сработало. Попробуем еще раз. Что-то не работает, слушайте. Вторая платка вот нерабочая попалась. Следующая. Вот такая массивная капля. Сами. Что это за игра? Уже более активные гонки такие. Так, что еще есть? Нет, только эта игра. Только эта игра, к сожалению. Гандек. Гандек какой-то. Следующая. Вот такая. Ох ты тут. Tekken 2. Викин Лютерант. И в Рестлевар. Tekken 2 на Денди. Тигр возьми. Это что за... Что это за... Это мыло какое-то. Хрень какая-то, короче. Давайте Микки Леттернт посмотрим. Цензи Леттернт. Понятно. Дальше смотрим сейчас. Так, давайте дальше, следующий картридж.
Вот опять КВ. Так, Бэтмен 2, Черепахи 4, Капитан Америка, Контр 6. Давайте все по очереди проверим. Бэтмен. Первая часть, скорее всего. Понятно, Бэтмен за Бэтмен. Это, скорее всего, Торнамент Файтер. Мне так кажется. Это... Да, Торнамент Файтер. Самые лучшие драки на Денде. Все, готов. Так, дальше смотрим. Капитан Америка. Ох, сколько копирайтов-то. Диалоги пошли. Ух ты, прикольно. Ты ж такую группу никогда не играл. Давайте посмотрим, что за контр 6. Давайте дальше. Вот такой вот. С микросхемкой и с каплей. О, кстати, тоже классный бедок. Я понял, что это за сайт покер. Это тоже бильярд, скорее всего. Что-то с артефактами. Выставляю нормально. Такая, походу, брючная.
это металл. Ну, глючный саркофаг. К сожалению, ну, можно сказать, нерабочий. Остался вот такой корпус. И вот такая еще куча плат. Сейчас также будем их по очереди втыкать. Вот. КВ, начнем с КВшек. Иллюминатор Bot Duel. У меня есть такой, кстати, корпус. И как раз платка потерялась. Классная игруха на лодку, гонки. Проштрафится 2 рубля штраф. 5 проиграл. Такие вот гоночки офигенские. Я проиграл. Тут вот лодку тюнинговать, короче, можно. Ну, вообще классная игра. Давайте посмотрим, может, еще какая есть. Нет, здесь только Bot Duel. Отложим ее у меня. Где-то корпус лежит. Следующая платка вот такая. Так, 4 в 1. Бэтмен, Спайдермен, Стрит Файтер. Давайте Бэтмена посмотрим. Это как мы смотрели уже этого Бэтмена. Понятно, давайте дальше. Спайдермен уже какой-то, по-моему, другой. А, нет, тот же. Этого не было. Что-то глючит картридж, ничего не пойму. То ли блок слабый, блок питания у меня, то ли чё. Короче, он меня забил. Что такое? SD Fighter какой-то. Mighty Final Fight. Ох ты, классный группа. Классный. Это мапочка.
затягивать дальше. Дальше вот такая вот плата огромная. Вот на таких микрухах. Сзади ничего нет, но спереди вот такие микрухи. Старые, короче. Тут у нас ЧП ДРЛ. Понятно. ЧП ДРЛ дальше вот через резет переключает. Такая вот, что у нас. Flying Wires. Заставка долго улиц. По-моему, мы уже в нее играли. Без такой длинной заставки. А нет, в эту мы не играли. Короче, не будем мы смотреть. Что, две игры только? Еще какая-то игра. Night Rider. Ух, каракули пошли какие-то. Давайте еще посмотрим, что там. Понятно. Три игры, что ли? Ну, походу, три игры. Ладно. Следующая платка. Вот такая, тоже большая. Ох, какие эти многогровки. Знаем эту хрень. Протест ПЗП какой-то. Стандартный, понятно. Марио. Марио 2. Что это такое? Не Марио 2, а обычный Марио. Обычный Марио. И пошли по кругу игры. Посмотрим, 43 игры, да, 43. Хрень, короче, полная. Такой дальше картридж. Две капли. Голдстаровская микросхема. Надеюсь, тут годные игры. Ну, конечно. Хотя, тут Пакман есть. Пакман есть не везде. Поняли, обычные. Давайте Пакмана посмотрим. Пакман прям сейчас редко где появляется на многоигровках. Все, стандартный Пакман. The Wild VRD.
еще первый раз такой грубит. Давайте дальше. Рутфик. Что такое? О, микромашиночка. Пошли. Понятно. Короче, хрень тут, а не игры. Но Пакман есть. Что не может не радовать. Такая вот старая платка на одной капле. О, Hunting of Red October. Вот это вообще редкая, короче, игрушка. Не зря платку хоть сгубили. Ладно, играть в нее не будем. Тут она одна. Игра капец редкая. Классная. Калыч корпус. Куплю, либо обменяю. Дальше вот такая вот плата. С капли на сокете, с микрухами. Еще и сзади какая-то вот микросхема. Sony. Посмотрим, давайте, что там за игрушки. Теперь поди какая-то многоигровка. Ох ты! Но она не работает без клавиатуры. Нужна клавиатура. Вот то какая музыка. Под московные вечера. Супер! Супер. Картридж какой-то. Новодел с 19 цифрой. Ох, какие-то артефакты посыпались. Доктор Марио зато есть. Ух, как эта хрень меня бесила, когда я играл на черно-белом телеке на эту, в эту игру. И не понимал, почему, как в нее играть. Все кубы были как одни. Все были они серым цветом. Супер Марио какой у нас обыкновенный самый.
Короче, хрень полная. Что такое макрос? Давайте посмотрим. О. Ой, играли мы вот уже хрень. Пика что такое? О! Это прикольный хак. Бутерброд. Бегай. Ну-ка, а тут что у нас? Ну-ка, давай-ка. О! Пикачу. Остался вот такой последний картридж. Только не скажи, что ты не работаешь. Да, походу не работает. Так, сейчас еще раз попробуем. Потрем его. Хрен, не работает. Все, не работает последний картридж. На этом мы заканчиваем свою проверку. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще проверки таких картриджей. У меня их скопилось довольно-таки много, вот этих платок. Сейчас я то, что нашел, я проверил. Возможно, буду проверять потом еще. Всем удачи!